когда это строго подрастает. И ваша цель, это когда ты его вернул. Существует некоторый прогрессивный пункт, который диапазон уровня определяет элементы этих последовательностей. Вот здесь вот 3.15 особый пробой, когда 0.4 это технически нам будет удобно. Как я объяснял, это позволяет выразить через диапазон уравнения движение стили, которые почти все эти точки растут примерно как экспоненты. Силан было маркерское представление, расставили такие матрицы второго порядка, выявили для них рекуррентное соотношение первого порядка, где все, как бы такая матрица, и сделали вывод, что наша матрица написана здесь постоянная степень. Стены нашей подъезды, взятые в любом порядке, дают решение такого уравнения. И была дилемма о том, что найти других решений в этого уравнения нет. Было упрощение этой дилеммы, о том, что если задаем какой-то элемент, который будет раньше, то мы можем сказать, в каком порядке число не подходит. И была вторая ключевая дилемма, дело при свойстве делимости. Если один элемент последовательности делится на квадрат другого, то индекс второго делится на произведение К, А, и К. Еще у нас было замечание о том, как сравнивать последовательность, соответствующую равным индексам B. Если имеются две последовательности, соответствующие B4 и B2 К, то исходя из тривиального соотношения, если два числа сравнимы по другому поводу нейтральности, мы заключили, что и все члены последовательности будут попарно сравнены по этому уровню подготовки. Далее мы рассмотрели две функции. Обычный остаток отделения y на x, то есть число сравнимое y по модулю x и меньше или равное x на 1. И нам было, что удобно использовать абсолютный вычет, это такое число, которое сравнимо либо со мной, либо с отрицанием, и которое должно быть не больше половины. И мы сказали, что исходя из этого соотношения мы можем выражать элемент одной последовательности в виде остатка деления элемента другой последовательности на эту равность при условии, что этот элемент достаточно мал. В этом случае меньше, чем сама равность, а в точке, когда мы берем функцию АМ, надо, чтобы удвоенный элемент был меньше этой равности. Вот теперь основная дилемма. Если B, по крайней мере, 4, то требуем силы x, равенство x есть k, x есть k, требуем последовательности вместо t, да? Когда найдутся числа B большое, R, S, T, U, V, x, y большие, такие же выполнены эта система. Я эту систему воспроизвел здесь, нужно принять этих дней прощаться. Сейчас последует формальное доказательство. Здесь когда отгадывает тогда, поэтому мы должны доказывать две стороны. Первая часть, часть тогда. Пусть он дает число B, которое по крайней мере 4, и число X, K, B большое, R, S, T, U, B, X, Y большие, выполнены наши условия. Через это нам дано исходно. Сюда я буду выписывать, какие выводы мы сделали для рассмотрения наших уравнений. Но первое уравнение нам прекрасно знакомое, которое мы делаем вывод. Что у t являются последовательными членами. Да. Значит, но t нигде больше здесь не встречается, только здесь. Но t нас не волнует, настолько важно, что u не нашей последовательности. U это какое-то альфа. Еще раз помните такое уравнение, говорит нам что?
МЧС, поэтому на таком порядке они идут. И когда я встречаюсь один с мотораз, поэтому нам важно, что оба гражданина с тобой сделали. Дальше у нас есть В, в котором записано такое уравнение. Здесь я его пропустил, да? Нет, еще не буду. А, вот. Это, конечно, не привычно для нас сейчас, если посмотреть эти определения S и R, мы видим, что будет такая вещь. И можно переписать правду, перевернуться на такая радость. Времени нужен нам диск, с которым мы работали в прошлый раз. Чем птица такое время интересно? Мы сумели разобраться, как устроен период нашей задачи к такому модулю. Но я это не напоминал нашей теме. Потому что формально я ничего этого не буду. Это будет, так сказать, как доказанное слово, совершенно формальном уровне. Далее у нас есть условие, что мы потратили. У нас была тема, которая говорит, что в случае У делит К. Еще одна копия нашего условия, которое мы заключаем. Х большое. Коэффициент подвижности. П большое, наличие в каком-то месте формировка. Что мы знаем? Мы знаем по указанному свойству, что хотя здесь стоит П большое, но по моду этой радости присоединился член, который вас интересует. Равенов сказано, что вы видите эту радость. Поэтому из этого сравнения можно даже вывод, что видео аналогичное сравнение и по меньшему модулю, по модулю B.
мы видим, постоянно сюда степень, и расписан здесь форм произведения. Степенная квадратная степень игры, на пси, против степени плюс и минус. Опять мы вспоминаем обратную сторону, что степень этой матрицы есть наша матрица альфа, я расписываю это таким образом. Вот это соотношение написано еще раз. А теперь, вспоминая, что наш модуль построен таким образом, мы разберемся, как устроена матрица вот эта по этому модулю. Это ее официальное определение. Но по модулю B мы можем изменить этот элемент на этот. B как раз есть параметр. Я здесь написал второй еще элемент. То есть я его заменяю, на самом деле здесь как бы знак плюс, если мы знак минус несем. Здесь мы опять ничего не делаем, нормальные изменили знаки, то есть то, что знак появился здесь. И опять-таки этот элемент знаком минус, сравним с этим по модулю нашего B. Здесь ничего хитрого добавлять, это просто использование специального вида нашего модуля. Зато если мы посмотрим внимательно на эту матрицу, то мы ее признаем, что это есть наша матрица в минус первой степени, обратная к степени. Отрезки равны единице, с минусом сохранился, а здесь произошла мутация снова элемента знака. Значит, эта матрица сравнима с минус своей операции по модулю B. А здесь стоит этой матрицы. Значит, мы раз возьмем в качестве множителя саму матрицу, а в качестве второго сомножителя возьмем ее представление через два обратно. Вот когда этой матрицы будет минус единичная матрица по модулю B. Поэтому этот член даст нам знак плюс или минус. А этот сохранит. Здесь стоят два знака. Плюс-минус, плюс-минус. Как их понимать? Их понимать по отдельности, потому что у них совсем разная природа. Этот плюс или минус возникает от того, как себя ведет n по модулю 2m. Могут плюс или минус. А знак вот этот возникает, когда мы минус e подводим в степень n. И вместе с тобой n четное или нечетное будет знак плюс или минус. То есть возможно, если 4 комбинации знаков. Ну и на самом деле то, что здесь написано та картинка с периодичностью, которую мы рассматривали, как сказать, на пальце. Здесь просто формально видно то же самое. Написано периодичность матрицы по модулю B. Оказывается, такая, значит, индекс кратный, говоря, можно выкинуть, но только сможете изменить знак. Вот мы вывели это важное соотношение. Переходим к рассмотрению по элементам. Интересующий нас член стоит здесь. Здесь стоит плюс-минус. Здесь стоит плюс-минус, который выделяет знак этого, но здесь и здесь стоит одно и то же. Поэтому мы получаем про соотношение с элементом. Альфа Бн сравнимо либо с плюс, либо с минус. Альфа Б на месте J по модулю B. Само x по определению, это имеет индекс b большой, это все относится
значит, но сравнимо с ценом маленьким, поэтому он это радость. А с ОКБ делит эту радость. Это сравнимо с этим членом. И значит, это сравнимо с нашим членом плюс сентименте. Свобода ЛВ, х сравнимо с плюс минус этим членом. А у нас есть абсолютный вычет. Хотелось бы, чтобы он и был равен этому члену. Для этого надо что проверить? Надо проверить, что вдвое этот член меньше нашего модуля. Вдвое этот член меньше, чем вдвое. Почему? Потому что мы брали это как остаток связи, не записал. Это не больше, чем как. А последовательность возрастает. Поэтому это не больше всего говорит. Прямо у нас по условию, по крайней мере, 4. Поэтому нам не хочется не больше, чем b минус 2 на этот член. Дальше я могу это вписать. Так, я нанесу свой круг. Сюда, заменив порядок на меньше член, через строгое неравенство. А это, знакомо нам слово, оно так было написано, как BS минус 2. Это S, это F. Все получилось, что удовольствие на член, не больше нашего модуля B. И X сравнимо с плюс и минус. Значит, остаток. Абсолютно. Модуль ЛВ, то есть там есть наш синтез на весь цель. И по нашему условию это и есть наш вес. Как мы выяснили, что да, все хорошо, x есть элемент нашей последовательности, в каком-то месте джей. А нам надо, что он в каком месте? На месте К. Надо разобраться, как этот джей связан с нашим К. К это такой остаток абсолютно от икса большого по модулю. Давайте разбираться. Х имеет такой вид. Таким образом, почему? Ну, можно опять-таки потому, что потому что последовательность строго возрастает, если она растет без здесь натуральный ряд. Здесь стоит натуральный ряд, а здесь стоит последовательность. А это, как мы выяснили, есть 2х. А про 2х сказано явно, что это строго меньше, чем нет. Мы знаем, что плюс или минус j равно с этому модулю m. Это был выбор нашего члена. И мы знаем, что x, которая есть элемент, отец b большой на месте n, сравнимо с n элементом, который сделал, а второе, по модулю b минус 2. Это есть n, а поскольку u делит b минус 2, мы можем перейти к модулю. То есть x сравнимо с n по модулю u. И плюс или минус j сравнимо с n по модулю u. То есть плюс или минус j сравнимо с x по модулю u. И 2j только меньше u. Значит, j есть этот остаток, который х был таким элементом с индексом j, это есть k, мы получили только на t. Вопросы? У нас там дальше
чтобы большое больше не было равно 4. Одно нечетное.
все наши последовательности будет делить S. Что это нам дает? Нам дает, что перед самого R. А мы знаем, что S квадрат минус VS со шагом единицы. S делится на T, R делится на T, значит, T делится единицу, значит, T сама единица.
выбирает X и Y большие. Понятно, что нужно их выбрать. Все на этой последовательности. Функция B большой, функция B большая. На какие-то места. Так мы берем их ровно на карту и карту в первом месте. И карту, которая нам дано исходно. Это ваш тип.
очень грубый пример. Если бы были однократное представление, скажем, теорему о бесконечности количества сил, могу перефразировать как утверждение о том, что данное диапазонение имеет бесконечно много решений. Сейчас мы не можем это сформулировать таким образом. Если бы мы хотели считать количество там, решений, количество решений дефантового уравнения, почему нужно было соответственно один бесконечности, а там один к одному? Есть другие более тонкие проблемы, которые это очень важно. Я не знаю, успею ли я для них ответить. Так, то, что у нас получилось, не совсем то, что было написано. Что не совсем так? На позапрошлой лекции приводилось достаточное условие Джулии Робинсон для диофантовости возведения в степень. Да. Вот, там последовательность должна была расти быстро, но не слишком быстро. Да. А есть ли какие-нибудь результаты на тему уравнений, в которых такие последовательности не участвуют? Может быть, там все разрешимо? Я не знаю, честно говоря, точно. Ну, может быть, нет таких слагаемых, например. Или нельзя представить в виде конечного последовательности операций, в которых есть такие элементы, например, так. Я говорю, что вашу идею трудно формализовать. Я не вижу как-то. Но вот эта последовательность удовлетворяет этому свойству, да, ведь? Да, она заявляет гораздо более жесткое свойство, чем там у нас было в степени В, такая экспонента, мы имеем гораздо более жесткие неравенства. Так, хорошо. Я изложил полное доказательство. Где находится количество ошибок? У меня есть законы финалища, что вы объяснили это доказательство дальше. Кому? Только электронный видит, то он доступен в интернет.
проспекты просто суровые. Автор должен представить доказательство в машинно-читаемом виде. И компьютер должен проверить формально доказательство правильно. После этого он генерирует текст статьи в мозге человека. Нет, программа генерирует текст статьи, потом публикует. Это как бы видеть приемлемо для машины для человека. Есть другие системы оптимизации доказательств, и формализовано много многотеорем, в том числе достаточно серьезно. Формализовано в качестве первой теоремы Гёдельяной полноте, и было формализовано доказательство вплоть до четырехкратных. Как вы знаете, первое доказательство было получено с помощью компьютера. Была написана специальная программа. Доказательство было две части. Первая делалась вручную, когда доказывала, что нам надо набрать 1800 случаев, и этого хватит. А машина проверяла каждый из этих 1800 случаев. Потом было доказательство других четырех авторов, которые сказали, что им проще написать свою программу, чем проверять ту программу. И они сделали больше. Они написали программу и для первой, и для второй части доказательства. Кроме того, они опять же сделали возможность, чтобы машина напечатала разбор каждого из этих случаев. Но не в одном случае мэчина, когда это снесло. Машина может напечатать разбор каждого случая в виде элемента для человека. Но разбор этого случая порядка 10 тысяч страниц. И это было за счет написания специализированных программ. А совсем недавно пользуясь четырехкратных, вносит доказательство, протащили доказательство через универсальную систему проверки доказательств. У меня есть протяженность, но за желающие довести доказательство его экспертизы до формального уровня своего слова проверить компьютер в одной из систем. Я скажу, что это довольно большая работа, но надо сначала выбрать, в какой системе это как-то формализовать. Если разные системы приборов, там очень важно, какой имеется запас в обрабатываемой системе. Потому что начинать все с аксиом, это очень трудоемко. Дальше нужно выбрать, какое доказательство использовать. То, которое я рассказывал, но я считаю, что понятно для восприятия, с помощью протокола и так далее, но, быть может, формализация это не самое удобное. Значит, надо это будет почитать другие доказательства и решить, какое лучше формализовать. А потом провести всю эту аккуратную работу, все лемы, все рассуждения в формате той системы, которая будет выбрана, добиться, чтобы система сказала, что да, все правильно, все лемы доказаны. То есть это будет, я считаю, как минимум хорошая курсовая, так может дипломная работа. Если вы желающие, то подходите ко мне, мы обсудим, что это делать. Дальше можно это делать не одному, а какой-нибудь другой. Если вопросов нет, то устроим перерыв, да. Пожалуйста, название журнала. Там сказали, они получают гранты на
делать базу, днем. На каждую. Как строить математику? Как же там? Очень много сейчас. Интересно, всплыли ли уже такие случаи, что народ все равно пытается формализовать какую-нибудь монографию, и все никак не получается? Ну не знаю, не знаю. О чем это говорит? О том, что монография.